Привет. Когда-то это был стол. Прислали мне его из северной столицы. Здравствуйте, Сергей Трегубов. Меня зовут Ерофеев Вадим. Я из города Санкт-Петербург. У меня есть вот такой вот замечательный столик. Мне его привезли очень много лет назад из Китая. Сергей, прокачайте, пожалуйста, мой столик. Я изменю не только внешний вид этого стола, но и функционал. Для начала детали я обезжирю и покрашу алкидной краской. Поверхность я обезжириваю спиртовыми салфетками. Простая акриловая краска на лакированной поверхности держаться не будет, поэтому я использую алкидную. Цвет, как вы видите, я выбрал золотой. Была ножка простая, а станет золотая. Чтобы ускорить процесс, я буду работать двумя руками. Пока покрашенные детали сохнут, займусь посадочным местом, потому что я решил сделать из стола банкетку, а почему бы и нет. Сиденье сделать очень просто. Понадобится поролон, фанера, ткань и строительный степлер. На ровную поверхность необходимо положить ткань, предварительно поглаженную. На саму ткань я кладу поролон. На поролон кладу фанеру, прижимаю и натягиваю ткань. А дальше ткань фиксирую строительным степлером по всему периметру. Не забывайте прижимать поролон к поверхности, чтобы ткань натянулась. Мягкое сиденье получилось, комфортное. Сиденье я украшу орнаментом при помощи вот такого трафарета. И поможет мне в этом специальная краска по ткани с перламутровым эффектом. Приклеиваю трафарет на ткань, и тамповочными движениями я буду наносить этот состав. Монтажную пленку нужно снимать очень аккуратно, чтобы все детали трафарета остались на месте. Для нанесения краски использую простую поролоновую губку. Слой краски должен быть еле заметным, интеллигентным, поэтому работаю полусухой губкой. Как видите, все детали столика я озолотил, а теперь его соберу обратно. Хотите, чтобы я переделал ваш предмет? Присылайте его фотографии мне. Все подробности на сайте school-remont.tv. Чтобы корпус банкетки не был таким кричащим золотым, успокою его перламутром. Это перламутровая глизаль. Наношу ее губкой с крупными порами. Выбрал я ее для того, чтобы золото не перекрывать полностью, а лишь притушить, успокоить. Осталось прикрепить сиденье к корпусу банкетки на саморезы. Теперь это банкетка. Ее можно поставить в коридоре и на нижнем ярусе хранить обувь, а можно поставить в спальне и убирать на нее декоративные подушки на время сна. С вами был Сергей Трегубов. Скоро увидимся. Пока. Сергей Трегубов, спасибо большое, что дали вторую жизнь нашему столику. Очень нам понравилось, как вы его сделали. И вот наш маленький сынок очень любит сидеть на этом столике. Спасибо вам огромное.